В общем, сегодня у нас испанский язык. Покажу на живом примере, каким образом нужно работать с источником живого языка. Это то, что делаю я, то, что я хочу, чтобы делали все мои подопечные. Я посмотрел фильм «Платформа», я уже делал на него обзор. Я знаю его содержимое, и теперь я буду смотреть его на испанском языке. Сюда я буду выкладывать то, что я называю скринами, да? То есть те фразы, которые включают в себя какие-то слова или выражения, за которые у меня цепляется глаз. Значит, еще раз, не надо записывать все слова, которые вы встречаете, только те слова, за которые у вас цепляются глаз, за которые вы сможете запомнить. Эльойо — это не платформа, это дыра или яма. Comer — это у нас кушать или есть. Obvio — это очевидно, будет еще использовать его. Arriba — это вверх. Nivel — это, соответственно, у нас уровень, перекликается с французским niveau. Lado — это у нас страна, su — это, соответственно, свой. Темпу, слово латинского происхождения, происходит от того же слова, как и темп в русском языке, время. Собственно говоря, все, что делать со всеми этими новыми словами, я сделал видео, мы можем посмотреть тест. Детерминизм.